Добро пожаловать в урок «Как заработать на YouTube». В данном видео я сделаю обзор способов заработка на своих видео, поделюсь своим опытом и расскажу, на чем зарабатывают большинство людей, которые ведут свои каналы на YouTube, насколько это прибыльно, насколько это эффективно, затратно, сложно и так далее. Давайте начнем с первого способа, который называется «Партнерка от YouTube». Большинство людей, которые начинают вести какую-то свою деятельность на YouTube, кто-то записывает видеоблоги, кто-то обучающие видеоролики, для них первой целью является получение партнерки от YouTube. Почему? Потому что когда у вас есть партнерка от YouTube, вы можете получать оплату за просмотры. Вы будете получать оплату за 1000 просмотров коммерческих внутри ваших видео, за там, 100 тысяч, за миллион, в зависимости от того трафика и количества просмотров, которые вы генерируете. Соответственно, чем более популярный канал, тем больше доход можно получать. Также немаловажную роль здесь играет тематика. Если у вас тематика какая-то развлекательная, или вы делаете видеоролики, так называемые Let's Play, когда вы играете в компьютерные игры, просто ходите, всех мочите, там, каких-нибудь зомби, и выкладываете эти видео на YouTube, и они у вас набирают сотни тысяч просмотров, то вы оплату будете получать существенно меньше, чем, скажем, человек, который делает обзоры автомобилей, потому что автомобильная тематика, она является одной из самых дорогих и прибыльных. Возможный заработок на этом способе. В среднем на YouTube на территории России оплата составляет около $1 за 1000 просмотров или 1000 долларов за 1 миллион просмотров. С одной стороны, это не очень много. Но если учесть тот момент, что на каждое видео количество просмотров с каждым днем увеличивается и увеличивается, то в результате получается весьма неплохо. Особенно для каналов, у которых есть стабильная большая аудитория, скажем, от 100 тысяч человек. И эта аудитория с каждым днем и с каждым месяцем, естественно, увеличивается. Потому что у такого канала будет высокий потенциал по заработку. Соответственно, у канала, у которого есть 1 000 000 подписчиков, возможный заработок на просмотрах, на рекламе, соответственно, при получении партнерки от YouTube именно такая возможность предоставляется. Это где-то 200-300 тысяч рублей, когда есть около 1 миллиона подписчиков. Но это только с рекламы, можно сказать, пассивный доход. Вы получаете, вы делаете то, что вам нравится, записываете видеоролики, а оплата с каждым месяцем возрастает. В интернете есть такой замечательный сервис, который называется Social Blade. И прямо сейчас я вам хочу его показать. Вот так он пишется: socialblade.com. Смысл заключается в том, что здесь нужно ввести имя пользователя любого на YouTube. Вот давайте мы откроем YouTube и, скажем, найдем какого-нибудь интересного пользователя. Скажем, откроем популярный на YouTube Маша и Медведи. Вот канал Маша и Медведи, 1 200 000 подписчиков. Сейчас я поставлю на паузу. Нам важно узнать название данного канала. Название мы смотрим вот здесь в URL-адресе. Как вы видите, название первоначально показывается в виде таких страшных букв. Для того, чтобы узнать имя, название данного канала, кликаем на раздел «Видео». И тогда мы перед словом «Видео» видим настоящее название данного канала. То есть «Маша Медвед ТВ». Я копирую это название и вставляю вот сюда, в эту строку поиска. Нажимаю «Search», и сейчас мы увидим результаты. Вот эта буква А, это означает самый высокий рейтинг, который может быть присвоен каналу. То есть канал очень качественный. Канал входит в 500, практически входит в 500 самых популярных каналов в мире. Не просто в России, а в мире. Вот. Видеоранг, ну, то есть это определенные уровни полезности и качества канала. Мы видим, что у канала 1 200 000 подписчиков, 720 миллионов просмотров, очень серьезный показатель. 265 видеороликов, и канал был создан 31 мая 2011 года. Тематика фильм, страна Российской Федерации. То есть даже если на самом YouTube владелец канала скрывает свои данные, через сервис Social Blade можно узнать, когда был канал создан, сколько видео загружено, сколько просмотров и подписчиков на нем имеется. Далее здесь мы видим вот эту колонку Subscribers. Это количество прихода новых подписчиков ежедневно. То есть мы видим, что в день приходит в среднем 2902 подписчика. И количество просмотров ежедневно — это почти 3 миллиона просмотров. То есть это очень крутой показатель, очень крутой результат. Получается, они на просмотрах ежедневно получают от 3000 долларов. На просмотрах, соответственно, своего вот этого шоу Маши Медведи мультфильма на YouTube. Вот такой вот классный кейс. Соответственно, здесь можно вводить различные имена. Вот давайте для примера я введу название проекта «Я гитарист». Мы увидим,
что 138 видеороликов загружено, 22 тысячи подписчиков, рейтинг B-. Это, в принципе, неплохой рейтинг, потому что для того, чтобы иметь рейтинг A+, надо иметь очень хорошее соотношение по количеству подписчиков, по количеству просмотров, количеству видео и так далее. То есть там целая система вычислений идет. То есть в среднем, видите, количество просмотров ежедневное, оно то 38, то 42, то 50, но почему-то он высчитывает, что 6500. Хотя моя, допустим, статистика в YouTube показывает, что это больше 10 тысяч. Поэтому не всегда эта цифра может быть правильной, но плюс-минус она показывает тот результат, который есть. И ежедневный приход новых подписчиков 76. Вы видите, в разные дни по-разному бывает. Иногда 208, иногда 117, иногда там 80 или 5. Вот такой классный сервис, используйте его в своей практике, и он вам обязательно поможет проанализировать другие каналы. Следующий способ заработка – это продажа рекламы. Продажа рекламы – хороший источник, как я считаю, именно дополнительного заработка на канале. Если у вас канал популярный, вы зарабатываете, скажем, на просмотрах, на партнерке, то этот способ позволит вам зарабатывать больше. Для его реализации необходимо иметь от 10 тысяч подписчиков. Прайс, соответственно, зависит от темы. Если тема у вас развлекательная, то, соответственно, прайс будет низкий, потому что в YouTube ценится именно неразвлекательная тема. Рыночная цена может быть в 2-3 раза увеличена, в некоторых случаях даже в 5 или в 10, если у вас тема какая-то серьезная или узкоспецифическая, нишевая. Скажем, к примеру, какая-то медицинская тема. Она весьма-весьма востребована, и трафик по ней намного выше котируется, чем по любой другой развлекательной тематике. Расценки для канала в 10 тысяч человек – скажем, для развлекательного канала следующее. Лайк 50 рублей, то есть за то, что вы под своим каналом поставите лайк какому-то видео. Реклама в описании 100 рублей, единоразово оплачивается. Реклама в видео 500 рублей, то есть вы в самом видеоролике что-то показываете. Реклама in-видео на сутки, это значит, что появляется такой баннер «Рекомендуемое видео» в конце или в начале какого-то видеоролика. Это стоит 100 рублей в сутки. Ну, это примерно средние расценки, поэтому, чтобы вы просто ориентировались и примерно знали, сколько это стоит, сколько на этом можно зарабатывать, я эти цифры здесь привожу. Последний способ заработка – это поиск постоянного спонсора. Когда на вашем канале имеется более 50 или 100 тысяч подписчиков, то желательно искать одного какого-нибудь крупного спонсора для вашего канала. Это позволит каналу гармонично развиваться. Такой канал может зарабатывать либо только за счет спонсора, либо за счет спонсора и дополнительно на просмотрах. Давайте я вам приведу пример такого хорошего канала, у которого есть один мощный спонсор. Перед вашими глазами находится канал под названием «Спасибо, Ева». У них более 500 000 подписчиков. Это типичный развлекательный канал, где парни шутят, записывают различные интересные видео развлекательной тематики, то есть проводят какие-то социальные эксперименты и так далее и тому подобное. Смысл заключается в том, что у них главный спонсор – это компания Philips, и, скажем, вот здесь вот представлена одна из тех бритв, которую компания Philips продвигает. И, соответственно, у них заключен какой-то рекламный контракт. Естественно, я сумму не знаю, но идея заключается в том, что парни время от времени записывают специальные рекламные видеоролики, связанные с компанией Philips. У них также во время активной рекламной кампании в значке видео, вот видите, у них в значке видео написано «Спасибо, Ева», а там несколько месяцев назад у них везде были логотипы компании Philips. То есть, возможно, уже рекламный контракт подошел к сроку, либо он стал более каким-то упрощенным, поэтому оплата снизилась и, соответственно, рекламные возможности уменьшились. Но смысл заключается в том, что генеральным основным спонсором данного канала долгое время являлась компания Philips. На этом данное видео подошло к концу. Спасибо и до новых встреч!